В Губкинском состоялась 27-я конференция местного отделения партии «Единая Россия». В работе приняли участие 25 человек. Это члены политсовета и представители первичек. Один из вопросов – избрание секретаря политсовета. На голосование были предложены две кандидатуры. Это Галина Морозова и Ирик Насыров. Большинством голосов секретарем избран депутат городской думы Ирик Насыров. В интервью он подчеркнул, в работе местного отделения партии будет опираться на установки регионального политсовета и решения, принятые на 18-м съезде партии, который прошел в начале декабря в Москве. Все акценты расставлены, все направления обозначены, курс на обновление партии уже принят. И, конечно же, наша задача идти в русле тех задач, которые ставит наше руководство. Реализуется очень много партийных проектов. И моя задача – подхватить эту работу и развить, насколько это возможно, с учетом мнения однопартийцев, моих соратников, опираясь на их опыт положительный, опираясь на их авторитет.